Знаете, это скорее вопрос не законодательства, а вопрос общей культуры. И не подняв уровень общей культуры, мы ничего не добьемся, потому что можно делать отточие, можно использовать слова-заменители, как заменяют там очень популярно среди детей такое вот русское лакомство, такое круглое, которое на сковородке делается, да? Мы понимаем с вами, о чем идет речь. Да? То есть этим ничего не добьются. В конце концов, я знаю, что есть сайты, в которых на форуме производится забанивание тех сообщений, в которых используется неформальный лексик. Ну да, люди используют слова-заменители и меняют одну букву. Всем понятно. Все равно они матерятся. Главное, чтобы не матерились, а не то, что там вот в интернете или нет. Интернет — это такая же улица.